Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Счастливого Любфеста! И пусть удача всегда будет с вами. Мы рады открыть наш второй фестиваль по счету. И как куратор косплея Хомка и один из организаторов Пика хотим пожелать вам счастливого фестиваля и получить максимально положительные эмоции. Мы очень старались, надеемся, что вам все очень понравится. И будем рады поприветствовать наших ведущих. Кстати, они откуда-то следуют. Там кто-то ползет. Да. Пойдем быстрее. Не буду я тебе помогать. С тебя должен. Или ты забыла, как я тебе помогала с твоими темными делишками? Темные делишки? Да помогать Фатую — это великая честь. Ты должна быть благодарна. Да-да, великая честь. Содействовать незаконной выкраже 50 килограмм трехцветного данга. И кошачьих лакомств. Не забывай про них. Тебе не понять великие замыслы императрицы. Что ж, если ты не заметила, мы уже стоим на этой сцене, и прямо здесь и прямо сегодня будут выступать просто талантливейшие люди. И если ты не заинтересована в поиске новых людей, я слышала, там у вас завелся маленький предатель. Ты сама не лучше меня. Хочешь заполучить самых талантливых людей себе в свое литературное рабство? Не рабство, а покровительство. Или ты не знаешь, насколько сейчас трудно найти оригинальные сюжеты? Я знаю одного генерала с собачьими ушками, который лучше всех может рассказать про твое покровительство. Ну, в любом случае, раз ты пригласила меня на это чудесное мероприятие, самое время начинать! Добро пожаловать на новый классный фестиваль косплея, игр, аниме и гик-культуры! Любфест! Но перед тем, как погрузиться в чудесную атмосферу творчества, важно напомнить, что здоровье превыше всего. Если вдруг вы себя почувствовали плохо, вы можете обратиться на информационный стенд. В течение всего дня работает медпункт. И также помните, что в любых ситуациях обращайтесь к волонтеру. Люди в красных футболках – это ваш спасательный флаг. Ну а для искателей приключений мы подготовили общефандомный квест. Чтобы принять участие, нужно подойти на инфостенд, получить квест-карту. Наши волонтеры расскажут все в подробностях. Ну а спонсор этой лотереи – это магазин фандомных товаров «Фандомания». «Фандомания». Получается, в этом квесте мы крутим гачу на удачу. Именно так. Вы, победители участвуют в моментальной лотерее и могут сразу же получить свой приз. Также девиз нашего фестиваля для косплееров с любовью. На инфостенде можно получить половинку сердечка и заняться поиском обладателя второй. Это может быть романтическая пара, братья или лучшие друзья. Кто знает, может быть, вы встретите свою судьбу. Каждая пара получит приз от Любфеста. Кстати, о любви. Жрица на руками. Ты любишь больше собак или кошек? Ну, конечно же, милых собачек. А ты? Я предпочитаю грациозных кошек. Для всех неравнодушных к животным на первом этаже есть благотворительный стол Любфеста «Мерч добра». Все вырученные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Подарок судьбы», который с 2011 года помогает бездомным животным обрести любящую семью и новый дом. Это просто чудесно. Кстати, дорогие зрители, а кто в этом зале любит больше собак? Можете поаплодировать. Отлично. А кто больше любит кошек? Твоих сторонников намного больше. Ну, зал заряжен, участники готовятся. Самое время объявлять мастеров своего дела, лучших из лучших, сегодняшних жюри. Аплодисменты! Приветствуем первого представителя журейской коллегии. Гром Баба! Аплодисменты! В косплейной деятельности с 2010 года детализация ее образов просто поражает.
Она постоянно прокачивает скиллы в макияже и гриме. Призер огромного количества фестивалей. Аплодисменты! А мы встречаем следующего члена жюри Мим. Косплеер и вигмейкер, основатель ассоциации вигмейкеров. В косплее более 10 лет. Довелось участвовать в различных конкурсах, побеждала с одиночными и групповыми проектами, а также несколько раз выступала на международном ВКС в Японии. Аплодисменты, Мим! Джу, косплеер с более чем 10-летним стажем, неоднократный призер косплея-фестивалей, мастер по изготовлению костюмов и машинной вышивки, чьи работы занимают призовые места на различных крупных косплея-фестивалях по всему миру. Аплодисменты! А мы уже встречаем Катерину Даниэлян, фотограф, которого знает и любит весь фандом. У нее за плечами опыт организации фестиваля «Косплей прошу». Но главное, она уже более 8 лет фотографирует чудесных косплееров. Аплодисменты Екатерине Даниэлян! Аарон – лидер и хореограф команды «Эйсенс». Их команда каждый раз похищает сердечки всех зрителей в зале. А также они являются многократными победителями и призером огромного количества фестивалей. Аплодисменты, Аарон! Ну а мы встречаем не многократно призер фестивалей японской и корейской направленности, участница вокального трио Hell Jays, которые представляли Россию на конкурсе караоке в Японии. Аплодисменты, не! Откладывать больше нельзя. Самое время встречать наших чудесных выступающих. Самыми громкими аплодисментами.